Доброе утро, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! С вами я, Денджел, из прекрасного, замечательного, солнечного Лос-Анджелеса. Несколько дней подряд был довольно серьезный дождь, но я думаю, все, природа напилась на время, потому что февраль — это всегда сезон дождей, а я все это время очень и очень старался следить за своим питанием. Да, конечно, у меня были небольшие срывы, но они были совсем мизерные, которые не повлияли на мой вес. Ну, не то, что совсем не повлияли. Я думаю, что если бы этих срывов не было, то, может, я бы даже и скинул больше. А так, я, честное слово, записываю каждый день. Вчера встал на весы и был 229.9. А отправной точкой было 245 паундов у меня. Так что мы делаем очень хорошую работу. Давайте сейчас мы посмотрим в зеркало, как я выгляжу, есть какие-то изменения или нет, а потом встанем на весы, потому что сегодня я еще не взвешивался. А вы подпишитесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и давайте проверим. Так, ну что же у нас там интересного? Давайте посмотрим. Ну, знаете, мне тяжело судить. Мне кажется, что пока все как было, так и остается. Как у нас дела с весами обстоят? Так, встаем. Чутка поправился. Ну, что ж делать? Бывает и такое. Надо делать выводы. Значит, видимо, что-то надо менять. Что-то еще надо делать. Посмотрим. А на данный момент мне нужно отвезти дочку, потом я вам покажу свой первый прием пищи. Дорогие друзья, всем вам хочу сказать огромное спасибо за то, что смотрите, лайкаете, комментируете. Для меня это очень важно. А также для меня самая важная цель – это стать знаменитым музыкантом и исполнителем. И многие из вас меня уже поддержали, перейдя на мой канал по ссылке в описании, посмотрев мои видео, поделившись ими. За это вам огромное спасибо. И дело в том, что с каждым моим новым роликом нас становится больше. А это значит, что и я, и вы все делаете правильно. Поэтому тех, кто меня смотрит в первый раз, или тех, кто еще не подписался на мой музыкальный канал, я бы очень хотел попросить, ребят, пожалуйста, по ссылке в описании, там будет и ссылка на мой самый последний клип, и ссылка на мой музыкальный канал. Если вы подпишетесь, это буквально 5 секунд, вам это ничего не стоит. Для меня это будет огромным шагом вперед. Спасибо вам большое, и давайте вернемся к видео. Ну что ж, друзья, вот мы и вернулись на кухню. Мой первый прием пищи, завтрак: овсянка, семена чиа, яблоко и мед. Второй прием пищи: немножко творога и папайя. Приятного аппетита, ваше здоровье. Так, ну что, ребят, вышел я немного на улицу, погулял, думаю, давайте я, наверное, совсем чуть-чуть сниму для вас контент. Все-таки вы соскучились наверняка по доставочкам. Я сейчас работаю очень мало, так как если я начинаю работать много, то мне становится хуже. Но работать нужно, не без этого. Поэтому я думаю, просто поставлю скриншоты, сколько я заработаю за сегодня. Хоть как-то, не знаю, немножко разбавить. Приятного просмотра. Друзья, у меня тут обед. Картофельное пюре. И вот такая вот рыбяра. Тилапия. Я уже знаю, что вы там подумали. Ага, вот он и прогнулся. Это, конечно, от вас зависит, верить мне или нет. Я не собираюсь весь этот кусок съедать сейчас. Кроме того, там огромное количество костей, которые тоже немало весят. В общем,
Я съем столько, чтобы чуть-чуть не доесть. А там уже... А чё я перед вами оправдываюсь? Я просто сниму видео, когда я закончу. Чтобы у вас, так скажем, был факт. Еще у меня немножечко здесь салата Цезаря. Но я не буду кушать курицу оттуда. Только зелень. Ну и может пару сухариков. Приятного аппетита всем. Ну что ж, ребят, я закончил свой прием пищи. И вот это то, что у меня осталось. Больше половины рыбы. Как я и говорил, я не стремлюсь обратно поправиться. Просто, ну, честно, лень было разделывать рыбу, вытаскивать кости. Уже за обедом это все сделал. Я почти наелся все. Я оставил до ужина, ну, или до завтра. Увидимся уже за ужином. Так, ребят, ну что, уже вечер, и я выехал еще на одну партейку часов. Немножко делать доставки. Неплохо заработал, надеюсь. В общем, сейчас я приеду домой. У меня будет мой последний прием пищи. И я надеюсь, что завтра весы покажут меньше. На сём. Хотя, почему на сём? Мы же еще с вами увидимся. До скорой встречи. Так, ну что, друзья, уже 9:24. Я понимаю, что очень поздно, но я так хочу жрать, просто не могу. Я себе взял вот парочку этих стиков, палочек сыра, и совсем немножко творога. Как мы помним, да, творог можно есть на ночь, чтобы белок долгий усваивался всю ночь. В общем, ладно, хватит с меня оправданий. Просто правда так хочу есть, просто не могу. Вот. Приятного аппетита, ваше здоровье, и уже увидимся завтра.